есть один милиционер, то есть полицейский. Ну и то, знаете, он в основном прикидывается им. В общем, и получается это у него неплохо. Зовут этого человека Оскар Кучера. Собственно, он сам сейчас обо всем нам расскажет. Внимание на экран. Давайте. Здравия желаю, любимый город. 312. К сожалению, не могу находиться сегодня на вашем празднике. Очень бы хотелось, конечно, но нет такой возможности, потому что в данный момент я охраняю покой жителей города 312. Понимаете, я как бы сейчас, в общем, находясь на одном телеканале страны, достаточно известно, врываюсь в образ, так скажем, бандита. Вот. И не понимаю, если честно, зачем я это делаю. Мне на сцене сейчас стоять, да петь с вами, да развлекаться, да удовольствие получать. А нет, приходится трудиться. Именно поэтому я желаю всем вам, как говорится, мирного неба над головой, побольше хороших песен, поменьше плохого настроения. А сейчас под моим присмотром город 312 может спать спокойно. А нет, ошибка. Сейчас можете отрываться по полной программе. Желаю здравствуй. Да, чуть не забыл. Прошу для всех бойцов невидимого фронта исполнить песню «Невидимка».